Бюджет на 2018 год и плановый период последующих двух лет, как и прежде, социально ориентирован. 64% будут направлены на соцнужды. Сегодня на внеочередной сессии городского собрания Сочи были утверждены основные параметры бюджета. Он сбалансирован и на 2018 год составляет порядка 10 миллиардов 620 миллионов рублей. Сейчас идет активная работа в департаментах профильных городского администрации, департамента комитета городского собрания для того, чтобы мы вошли в федеральные краевые программы. Для этого средства как раз мы и заложили в этом бюджете, который мы сегодня утвердили. А сейчас идет защита этих документов в краевых структурах. Что означает? То есть мы готовим проектно-сметную документацию на строительство школ, на строительство детских садов, ремонт дорог, защищаем и получаем дополнительные средства. И планируем выйти же на те же показатели, которые были в 2017 году. Город планирует получить порядка 3 миллиардов из краевого и федерального бюджетов. Деньги в том числе будут потрачены на строительство пристройки к 82-й школе, 15-й гимназии и школы на Мамайке, а также ремонт дорог. Всего в проекте бюджета реализация 29 муниципальных программ. На какие конкретно проекты и сколько будет выделено средств, решат во втором чтении на следующей сессии 26 декабря. Также сегодня были внесены изменения в бюджет на текущий год. Дополнительно выделены средства управлению культуры на повышение зарплат и проведение новогодних праздников.